вот оно, начало нового рабочего дня. Тоже круто, что Лера в ночнушке пришла, да? Да, я тоже смотрю, не успела переодеться. Это модно. Спала. Что это модно? Ночнушки? Это реально ночнушка? Нет. Я к лицу предложу... Нет, я к лицу положу по огурцу, потому что под лицу все к лицу. 3, 4, 5. Вот так нанимаешься видеооператором в контору, а на деле тебе приходится и всякое говнище таскать. Сейчас поеду в БГУ со своими товарищами по работе подготавливаться к мероприятию. Вечер субботы продолжается. Я выставил чудесный целый стол кубков, который, как позже выяснилось, не нужен. Точнее, нужен, но под скатертью. Я что, кто скатерть забыл? Я не забыл скатерть, сказал, завтра будет. Макс сказал. Шо, пацаки, как вечер субботы? Вообще в кайф, ребят. 10 вечера, прям, ну. Это не вечер, я бы сказал. Да, это еще день. Начинается. Ребята шары любят. Клапана. Чужие. Вот, водитель, партнерская программа, все на месте, все работают. Смотрите, как мы надуваемся. И можно еще 2 часа. Еще 2 часа спокойно. Нормальный человек был когда-то. Что делает по своей славе? Сейчас происходит чудесный тест-драйв суперских конкурсов. Ребята, мало того, что их придумали сами, еще и сами тестируют, не являются ли они травмоопасными, смертельными. За вечер перед мероприятием. Кто бы знал, как не хочется идти на работу. Видите, друзья, 6 лет образования, чтобы двигать табуретки. А вот другой человек, у него тоже есть образование. Видите, он подарки нас. 10 лет. Ты на кого учился? А я инженер по качеству, управления качеством. Сколько лет? 5, и потом еще магистратура. Сколько лет училась на журналиста? Сейчас учусь 8. 8 год. Видите, ребята, образование действительно очень важно. Неважно, очень важно. Недаром же я 6 лет учился, Лера училась тоже 8 лет, Оксана 10 лет, Макс 5 лет. Все не зря. Глаза его, глаза его, глаза. Ты знаешь, почему она в куртке? Ну, ей больно просто. Нет, она хотела сериалы пережить как персонажа. Шо, Вадя, как веселье? Супер, безудержное веселье. Ты кем у нас работаешь? А, профдисконт продвигаю. Вот ведущий, который у нас работает пиар-менеджером. Который ведущий. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел. Йоха, погуляй. О, огонь. Девочки, вот так. Ниже, ниже. Видишь, колено? Ну, все, я не могу. Остановились? Как же тяжело. Прыгай, я посмотрю. Давай, давай, давай. Давай. Ну что, друзья, еще одно хорошее завершение рабочего дня или недели. Я, как я сам себе обещал, топаю пешочком, дабы хоть как-то у меня был активный образ жизни. А то образ оператора делится на 2 стадии. Бегать, снимать. И сидеть, монтировать. Так сказать, статичное и динамичное. К сожалению, в большинстве случаев статичное, поэтому иногда лучше ходить. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, друзья!